Стрельцы на этой неделе должны быть особенно внимательными. Есть риск допустить ошибку, совершить ложный шаг. Думайте, прикидывайте, а надо ли вам это. К концу недели можно ожидать позитивных, конечно, тенденций. Когда дела пойдут в гору, вас начнут замечать. Важные дела лучше решайте в пятницу, во второй половине дня. То есть, видите, к концу уже недели. Ожидайте денежных, кстати, поступлений. Будут удачными покупки. Возможно, выгода сделки. Правда, ну, будет, конечно же, и прибыль, коль что-то купите, иначе вы, к сожалению, никак не сможете купить без денег, которые вы не сможете получить, понимаете, да? Мужчины-стрельцы. Эта неделя даст много общения, приятных каких-то впечатлений, знакомств. Стоит ожидать на этой неделе, ну, людей, которых, возможно, вам сама судьба даст. Это и по работе, это и какие-то новые могут появиться друзья, знакомые, с которыми в дальнейшем вы будете общаться. Вы прекрасно найдете общий язык с этими людьми. Это какие-то, наверное, новые направления вам будут предложены. Но, опять же, смотрите, просеивайте, потому что вы, среди этих людей обязательно будут люди, от которых надо держаться подальше. Вам удастся даже раскрыть чьи-то тайны, кстати, получить необходимую информацию. Как ей воспользоваться, думайте сами. Если вам захочется дружеских отношений с деловым партнером противоположного пола, который у вас может появиться, то такое не исключено на этой неделе. Но смотрите, у многих стрельцов есть семьи. Не пускайтесь во все тяжкие. Женщины-стрельцы, вы совершенно не задумываетесь о том, с кем в данный момент имеете дело. Вы немножечко как-то потерялись, вы больше отдаете сил своей второй половине. Вы думаете или же поиску второй половины. Сейчас не время для резких высказываний, имейте в виду. Это может привести к плохим последствиям. Кто-то может затаить на вас обиду. Возможны конфликты на месте с начальством, с сотрудниками. Есть риск лишиться поддержки и помощи какого-то влиятельного человека. Профессиональные успехи будут, но они будут только к концу недели. Вы совершенно завязли в своих делах. Немножечко поднимите голову, посмотрите, а на улице лето. Совет недели такой. У вас есть возможность показать все, на что вы способны на этой неделе. Кроме того, вы сумеете научиться чему-то новому. Повышайте свою квалификацию, приобретайте опыт. Это может быть даже... Посмотрите какой-то интересный фильм. Он вам будет очень кстати. Удачи!